Здравствуйте, меня зовут Элина. Я периодически готовлю разные творожные запеканки в микроволновке. Ссылки на них в описании под видео. А сейчас будет еще один вариант. И эта запеканка напоминает суфле. Творог у меня 9%, и он не слишком зернистый. Для смешивания ингредиентов буду использовать высокий стакан для погружного блендера. В стакан отправляю 200 граммов творога, крупное куриное яйцо, вливаю молоко 3,2% жирности, всыпаю 25 граммов сахарного песка, 10 граммов картофельного крахмала, щепотку соли и немного ванилина. Все прорабатываю погружным блендером для получения однородной массы. Форму, подходящую для СВЧ, смазываю со всех сторон внутри сливочным маслом и дно и бока. И выливаю в нее получившуюся массу. Как видите, масса довольно жидкая. Это нормально, так и должно быть. До краев формы должно оставаться не менее 3 см, так как запеканка в процессе приготовления будет подниматься, а потом осядет. Форму затягиваю пищевой пленкой, заворачиваю ее вниз, вот так, прямо на дно. И зубочисткой прокалываю 9 дырочек для выхода пара. Ставлю форму в СВЧ. Готовиться запеканка будет на высокой мощности, это 700 Вт. Время приготовления выставляю 7 минут. И запускаю СВЧ в работу. Я сейчас постараюсь снять, как запеканка себя ведет в микроволновке. Не знаю, конечно, как вам будет видно, так как у микроволновки стекло не совсем прозрачное. Через 3 минуты, посмотрите-ка, она дошла уже до краев формы, и, как видите, немножко вспучилась пленка. Она ее сдерживает, чтобы не выбежала за края. Ну вот, запеканка приготовилась. Снимаю пленку. Посмотрите, вот так она выглядит сверху, немного пружинит, везде одинаково. Перекладываю ее на тарелку путем переворачивания. Вот она такая, посмотрите, здесь тоже пружинит со стороны дна. В общем, полностью пропеклась, будем пробовать. Посмотрим ее на разрезе. Вот такой у нее разрез. Как видите, запеканка пористая, нежная, и она даже как будто немножко слоистая. Легко отламывается, хоть вилкой, хоть ложкой. Вот такой кусочек аппетитный. Мое мнение, здесь всего в меру. Хороший вкус. Такую запеканку стоит готовить еще раз. Подавайте ее с чем вам нравится, а я использую консервированные кусочки манго. Если вам понравилась такая быстрая творожная запеканка суфле в микроволновке, оставайтесь на моем канале, и вы найдете много простых рецептов вкусных блюд.